третий год в Центре развития образования Саянска работает кружок «Лаборатория робототехники». 15 мальчишек с 1 по 6 класс конструируют роботов, создают для них программы и выступают на конкурсах технического творчества. 23 апреля в зиме прошел межмуниципальный фестиваль, семейный фестиваль робототехники, который назывался «Папа, мама, я. Лучшая робосемья». Вот. От Саянска приняли участие 7 команд. Из второй школы одна команда семейная и из нашего центра развития образования 6 команд. К участию в фестивале ребята готовились не только с педагогами Центра развития образования, но и дома, с родителями. Так Тимофею Полонникову помогал его папа Алексей Викторович. Инженеру по автоматизированным системам управления Саянским Пласта такая творческая работа доставила только удовольствие. Ребенку нравится. Ну, собственно говоря, помогаем ему как можем. Ну, все. Дома занимаетесь? Да, занимаемся. Папа на компьютере установил программу специальную NXE для роботов. Дома тоже занимаемся. Тоже конструктор есть, собираем его. Семейная команда Полонниковых победила в зрелищных поединках роботов-сумоистов, завоевав на фестивале первое место. Еще одна победа досталась саянцам номинации «Марафон шагающих роботов». В марафоне самым быстрым оказался робот-пришелец, собранный Федором Зыковым и его мамой Татьяной Владимировной. Сначала мы сделали одного робота, таракана. А потом другого. Какой участвовал в конкурсе и почему? Этот робот участвовал в конкурсе, потому что он быстрее. К слову, в фестивале приняли участие 16 команд из Зимы, Саянска и поселка Ухтуй. Радует, что из трех победителей конкурсной программы двое саянцы.